появилось видео допроса члена ИГИЛ, нанятого СБУ. Якобы завербованный СБУ мужчина утверждает, что ему заплатили 10 тысяч долларов за убийство одного из лидеров ДНР на территории РФ. ФСБ России опубликовала видео задержания и допрос члена террористической организации «Исламское государство» Меджида Магомедова, якобы нанятого службой безопасности Украины для убийства одного из лидеров ДНР, проживающего в Смоленской области РФ. Полную версию ролика выложила на своем сайте газета «Рабочий путь». В ходе допроса Магомедов сказал, что после разгрома в Дагестане ячейки ИКОН переехал в Украину, где якобы познакомился с представителями правого сектора, которые якобы организовали ему встречу с сотрудниками СБУ. Пришел СБУшник, назвался Рустамом. Он сказал, что совместно с СБУ мы можем делать на территории России какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. И чтобы понять, насколько мы можем работать, дали нам первый заказ. Заказ был в Смоленской области, сказали, что это командир ополчения ДНР. Сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов, утверждает Магомедов. По его словам, он снял квартиру. Ему дали фотографию и адрес жертвы, а также координаты схрона, где Магомедов нашел пластид, из которого он должен был сделать взрывное устройство. Его еще якобы снабдили патронами и деньгами, 300 долларов на расходы. Задержанный российскими силовиками заявил, что в случае успеха операции он планировал вернуться в Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России. Сколько всего уроженцев Дагестана входит в группу, курируемую СБУ, не уточняется. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, тоже неизвестно, подытожили в издании. В то же время, в СБУ заявление ФСБ о задержании члена ИГИЛ назвали фейком. Ранее сообщалось, что ФСБ отправило своих сотрудников на Донбасс для расследования убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта news.com.